Когда люди начинают бросать друг друга, отказываться друг от друга, отказываться от страны, от друзей, от тех или иных обязательств, которые они несли друг перед другом. Когда мы не знаем, что делать, и когда мы всерьез задумываемся о том, а сколько нам вообще осталось тут. Может быть, через какое-то время все это закончится, а вдруг не закончится. А если не закончится, то что делать сейчас? Мне кажется, что отказываться от каких-то любимых вещей, от того, чем мы привыкли заниматься и к чему привыкли, это, наверное, не самая лучшая сейчас идея. Мне кажется, что нужно все-таки делать то, что мы привыкли. Мы музыканты, мы играем, пишем музыку, исполняем, даем концерты, звучим. И в самые сложные и тяжелые времена самые крепкие и сильные люди оставались со своей страной, несмотря ни на что, несмотря на все трудности, все равно они оставались здесь, они старались что-то изменить в лучшую сторону, как-то поддержать ситуацию, несмотря на то, что она противоречива и неоднозначна. Я в этом уверен. Но, тем не менее, музыка – это единственное, что может нас спасти от уничтожения, от растления. Музыка. Не все, что мы слышим, это музыка. Не все, что люди пишут, это музыка, даже если это записано на нотную бумагу и выпущено под каким-нибудь именитым лейблом, даже если это очень дорого стоит, даже если дорогие студии, это не все музыка, абсолютно не значит, что все это музыка. Но тем не менее, когда мы говорим о искусстве, о музыке, о звуке, мы, конечно, вспоминаем эпоху, в которую мы живем, прежде всего. Музыка, она несет дух времени, кто-то говорит, и я так тоже сейчас в последнее время говорю, но вряд ли человек с каким-то близоруким таким взглядом на жизнь, на мир, на ситуацию, вообще на всю, которая сейчас происходит, может что-то написать такое, что действительно отразит дух времени. Если время тяжелое, это не значит, что вся музыка должна быть ужасная и тяжелая. В самое тяжелое время мы ценим прекрасное, легкое, то, чего у нас, может быть, пытаются забрать или пытаются нас отвести от этого. Но в самое тяжелое время, в самую сложную минуту мы можем обратиться к музыке, к любой. Времена, в которых жил Петр Ильич Чайковский, были не самые простые. И не стоит думать, что это золотое время, и все было кругом в шоколаде. Были повальные болезни, убийства, воровство. Все самые страшные вещи, которые существуют сейчас, они существовали и тогда. Но, тем не менее, его музыка прекрасна, шедевральна. Мне кажется, что отражение внутреннего мира и своего взгляда, и поиска чего-то светлого, искреннего, это прямая задача любого композитора, в какое время бы он ни писал. Макс, если там какие-то нотки не прозвучиваются, старайся больше на акцент. На акцент, ладно? Хорошо. Я не сомневаюсь. Тишина. Пишем. Поехали. Хочу сказать спасибо самому необычному и самому моему любимому оркестру Imperialis Orchestra за то, что он согласился
поучаствовать в моих маленьких премьерах. Надеюсь, они вам понравятся. Поехали! Давайте писать дальше. Нам надо переписать еще раз ассенсус. Там очень много нестройных нот. И все это все, в принципе. Можно идти дальше.